Так, доброго времени суток. Давайте посмотрим, сделаем такой анализ ситуации, да? Ваша ситуация сейчас жизненная какая-то, может быть, тяжелая. Давайте посмотрим. Изучим, так сказать, ситуацию, да, узнать, как она будет развиваться, узнаем. Давайте посмотрим ситуацию, да, что из себя представляет. Что за ситуация у вас? Подумайте о себе, о ситуации и посмотрим. Что у вас за ситуация? Достижение целей. Здесь либо вы не можете достичь чего-то, либо, скорее всего, так и есть. Есть какая-то цель, и она тяжела для вас. Вы не можете, да, преодолеть что-то. Слишком очень тяжело. Либо что-то мешает, либо чего-то не хватает вам для того, чтобы вы прошли этот путь. Либо как-то сократили, либо этот путь на самом деле слишком тяжел к тому, к чему вы идете. Давайте посмотрим слабые стороны, что мешает вам. Девочки, тут может мешать либо ваши отношения, либо дружба с какими-то людьми. Вам мешает то, что вы вкладываетесь туда очень сильно, и не остается у вас, скорее всего, энергии для достижения какой-то цели, которая для вас сейчас неимоверно главная. Да, от которой, может быть, зависит, я не знаю, ваша успешность, либо ваше будущее, либо, в конце концов, да, еда в холодильнике. Слишком много вы отдаете вашей дружбе, либо симпатии, энергии, себя. Много мыслей, и для, так сказать, для достижения цели у вас может не оставаться ничего, ни времени, уже ни хотения, ничего. Вот что мешает, да, это какие-то отношения с кем-то, либо дружба, которая разрушает. Давайте посмотрим сильные стороны, да, что играет, наоборот, в вашу пользу. Девочки, счастливая вы. Вот когда вы счастливы, когда вы ничем не обременены, когда ваши мысли чисты, тогда именно и идет вот этот вот, вот это движение вперед. Именно то, когда вы счастливы, когда вы спокойны. Это ваша сильная сторона. Спокойствие. Спокойствие и счастье внутреннее. Вот когда вы счастливы, может быть, эти отношения, между прочим, и влияют. Да? Когда вы счастливы, вы готовы вперед идти. Как только что-то там не получается, все, у вас стоп. И достижение цели, которая у вас сейчас есть, останавливается. Ваша сильная сторона – это ваше спокойствие, ваше внутреннее счастье и гармония. Давайте посмотрим совет, да, совет, итог, что делать дальше. Неприятности, девочки, все надо вам из жизни либо убрать, либо пока что отложить. Сосредоточиться на том, к чему вы идете. Обеспечить так себе безопасность, так сказать, себе безопасность прохождения пути. Посмотреть все подводные камни. Вообще эту ситуацию по достижению своей цели, да, просмотреть, как надо идти, что надо использовать, кому, может быть, надо какую-то помощь попросить и так далее. И, девочки, скорее всего, здесь надо не потерять себя. То есть вот именно достижение этой цели, главное не потеряться по дороге, потому как если есть сопутствующие мешающие факторы, да, либо может потеряться цель, к которой вы идете, а это потом скажется на вас плачевно, да, либо вы сами уже, как говорится, растеряетесь, потеряетесь, у вас не будет ничего, ни того, кто вам мешает, ни этой цели, куда вы идете. Поэтому, девочки, соберитесь. Посмотрите точно, что вам важнее на данный период времени, как комфортно, гармонично вы чувствуете себя, да, в каких ситуациях. Уберите все ненужное, и достижение цели, оно будет видно. То есть вы, когда спокойны, уравновешены, вам ничего не мешает. Вы просмотрели, как к чему идти, как этого добиться. Самое главное – это холодный разум. И ничего, что вас дергало, мешало, выводило из равновесия, какие-то страдания, переживания. Тогда цель будет у вас достигнута, девочки, да.